субботу в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 13, ночью 10-12, выше 0. Ветер западный 6-8 метров в секунду. В Сызрани облака, днем плюс 14, ночью плюс 12, ветер западный 8 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, днем 13 тепла, ночью 11 выше 0, ветер западный 8 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 13, ночью 10 градусов тепла, ветер западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 48%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.